Какие проблемы сегодня имеются на мировом финансовом рынке? Как их решить? А самое главное, какую роль в этом может и должен сыграть Казахстан? В столице начал работу международный форум «Астана Finance Days». На протяжении 4 дней свои мнения будут высказывать ведущие мировые экономисты, политики, бизнесмены, ученые. Первые обсуждения уже прошли. Подробнее об этом мы не только расскажет Андрей Деминок. Несмотря на стабильный и уверенный рост, столица Казахстана – новый игрок на финансовом рынке мира. О том, что может предложить столица мировой экономики, говорят сегодня здесь. Астана Finance Day призвана ответить также на вопросы о проблемах мировой экономики и, самое главное, найти на них решение. Все это должно позволить по-новому сформировать региональные и мировые рынки на ближайшие несколько лет. Эдуард Кан, представляющий одну из крупных британских компаний, будет выступать на форуме на протяжении 3 дней. Самое интересное – развитие шелкового пути оставил напоследок. В нем участвует более 70 стран по всему миру. То есть инвестиции более 200 миллиардов долларов. То есть это очень крупный проект, крупнейший проект в человечестве. И Казахстан принимает в нем очень активное участие. Это тот проект, о котором сейчас говорят и участвуют многие страны. Но как несложно догадаться, решать подобные вопросы без соответствующих, как говорят сами журналисты, спикеров невозможно. Уже по традиции 2-й год подряд Астана Finance Day собирает здесь ведущих экономистов, политиков, бизнесменов, ученых. А также, что для Казахстана может быть наиболее важно, всех действующих участников МФЦА, Международного финансового центра Астана, где, собственно, и проходит форум. Принимающую сторону больше всего интересует выход отечественных компаний на мировые рынки. Тем более, что потенциал для этого есть. А запуском МФЦА появился и действенный орган, позволяющий это осуществить. Но для начала отечественному бизнесу нужны инвестиции. Есть проекты по заводам, существующим в Казахстане. В основном эти все проекты не в регионах. В регионах Казахстана, которых мы специально сюда позвали, чтобы они сегодня провели тренинг, а дальше мы их будем знакомить с инвесторами, чтобы они уже смогли презентовать свои проекты инвесторам. Первый день форума можно назвать вводным. Сюда только прибывают его участники. Секций пока немного, но те, которые есть, по самым актуальным темам. Это и развитие IPO, и инвестиции, а также анализ ведущих мировых рынков. Но главное мероприятие здесь, конечно, завтра, как говорят эксперты, будет очень интересно. Андрей Деминок, Гани Алшинбаев, Хабар 24.